Всем привет, ребята. Начинаю запись, и мы вот совсем не скоро начнем этот матч, который... Ух, который все, мне кажется, не начинался и не начинался, что бы я ни делал. Теперь начался, мы наконец-то дошли до того, чтобы отыграть финал нижней сетки. Ну, как финал, нужно будет еще сыграть победителю против Прова, потому что он проиграл в финале Виннера. Потом уже будет гранд-финал. Ну, в принципе, назовем это финалом узеров. Так-то вот, если что. Так. Дайте подумать. Так, давайте включу вам игру. Ну, сейчас буквально пару минут мы начнем. Ну да, Хрумка у нас говорил, что Умка Хрумка, ну да, Хрумыч. Он не раз говорил, что эту карту не играет. Ну, на самом деле играет, если вот вообще по-честному. То есть у него какой-то опыт на этой карте есть, если что. Так, давайте я игру чуть потише сделаю. Вот. Как-то так. Так, давайте как-нибудь микрофон тоже поставлю, вот, чтобы он мне не мешал. Просто где-то был под... Где-то был. Где-то у меня под подбородком. Надеюсь, он сильно будет мне мешать. И надеюсь, вы тоже меня услышите. И демку запишем еще. Ладно, все. Have fun. Такой себе респ. Сразу Гаус заберем. Он тоже с испа пошел не совсем туда, куда мне было бы. Да нет, он как раз пошел туда, откуда мне было удобно. Ладно, давайте его отпустим. Нам все-таки важнее взять стека. Ну, чтоб не проконтролить меня. Не проконтролил. Подъем. И исчез с карты. Сам себя. Бывает. Как раз все появилось. Так, он у нас идет куда? К арбалету. Опять сам себя, да что ж такое? На самом деле, как это делается? Берешь тоже на соперника кидаешься, и он убивает сам себя. Вот, бывает. ХПшки нужны. По амурам-то все нормально, вот по ХПшкам печалька. Да, по ХПшкам реально все было печально, мы просто не могли нормально продамажить и попасть. Блин, я его даже не слышал. Мы его немного продамажили, если что, так-то. Он голос вообще брать будет. Блин. Просрали. Ну ладно, по крайней мере сделали фраг. Он там появился. Так, секунду. А тут у нас... А, свой Гаус подобрал, нормально. Он нас Гаус не проконтролил.
Спасибо за автомат. Я думаю, что там его уже нету. Хотя он мог. Да, он сделал круг. Блин, очень мало надамажили, если честно. Ну, он уже отсюда. Да что ж такое-то? Так, понятно, ладно. Хотя бы лонгжам заберу, я очень аккуратничаю. Может быть, если бы я туда залетел, я бы его и развалил. Хрен его знает. Ну, лучше не рисковать так-то вот. О, здрасте. Пытался меня поймать, наверное, да? Бывает. Сколько же с тобой стреляться-то пришлось? Ужас. Под ствола нету. Блин, очень плохая ситуация, он меня еще и продамажил. Понятно. Он пошел за арбалетом. Интересно, мы сможем его поймать еще раз в том же самом месте? Конечно, по-нубски получится немного. Не, погоди, он уже не там. Так, второй раз я угадал, чуть-чуть было его слышно, самая малость. Но он пытается хитрить, опять-таки я слишком сильно его боюсь. Возможно, зря. Так, я его увидел. Я его слышу. Опять подбираем все, что валяется. И что, ты не будешь сюда выходить? Ну ладно, просто поиграли с ним в гляделки чуть-чуть. Ну, на самом деле, если подумать... Если игра будет дальше идти в таком ключе, то... Это будет не самое зрелищное, что вы наблюдали в игре. Явно. Знаете что, сейчас он где-то на мейн-ярде. А нет, он здесь. Забавно. Ну что, сможем его где-нибудь поймать? Ну так реально.
Ну, благо он не заберет Гаусса сейчас 100 пудов. А, вот даже где он будет меня ждать. Кстати говоря, он все еще тут. А, подобрал уже, уже подобрал. Видимо, автомат тоже подобрал. Может, он там эти гранатки подберет. Они постреливаются через стеночку, если что. Кстати говоря, большая проблема, знаете, еще какая? Ладно, не важно, какая большая проблема. Как-нибудь потом расскажу. Он в ящике, что ли? Ладно. Потом поатакуем его. Сейчас надо немного залезать в раны. По-моему, я слушал его. А, у меня еще ничего не было. Ну, в общем, я совсем Алеша. Без обид ко всем Алексеям. Наверное, многие из них хорошие люди. Некоторые из них даже смотрели этот стрим. В записи. Блин, к передвижениям, конечно, беда. Реально беда. А, вот так где. Что-то он уже не играет. Наверное, ждет, пока карта закончится. Ладно, он уже не пойдет на меня. Абсолютно никак. Конечно, жалко, что он эту карту не играет. Опа, он опустился в ноль. Он там не прячется случайно. А, прячется. Тут я думал, что он вроде бы по направлению примерно сюда шел. Не, он меня даже не проконтролил. Я на всякий случай вдруг он оттуда решил выйти. А, нет, он отсюда вышел. На Гаусс тоже не идет абсолютно. Ему, видимо, Гаусс не нужен. Да и отсюда... Ой, упал. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Что ж так плохо-то?
Да, да, все нормально, что вымотает. Я все еще пытаюсь почувствовать игру. Блин, обычно нормально пролетаю этот кусочек. Ладно, наверное, он появился на... Ну, примерно там, куда я стрельнул, если бы можно было пострелить через стену. Правда, здесь стена не простреливается, она слишком толстая. Ну, только, может, если идеально. На кто-то потом звонит. А я не могу ответить. Одну секунду. Нет, я сброшу, я потом перезвоню. Можно было, конечно, гопалс поставить, но... Да что ж такое-то? Телефон. Ух, что ж такое-то там? Домик сдается. Турецкий снетчер, да? А, он был за мной все это время? А, точно, я же... Наши пока АГ-паузу прожали, там уже много чего произошло вообще-то. Так-то если уж... А, он никуда не выходит. Возможно, просто в прятки играет. Возможно, как Роя, но Роя... Не, Роя просто выбесил своим стилем игры. Потому что он не совсем сталкердовский. Просто на центре мейн-ярда стоял, значит. В смысле? То есть ты просто будешь прыгать с кругами, ну блин, ну. Да, может, сыграем все-таки, а не будем фигней страдать.
Не, ну серьезно. Серьезно. Он все еще там, да? Так и знал, так и знал. Но с одним хп. Да, он меня в говнище пристреляет легко с любой позиции. Спасибо белорусскому интернету. Жалко, что не все это понимают и осознают степень беды и трагедии. Ладно, он уже переключился на автомат, поэтому это бесполезно. Тут тоже бесполезно, потому что он будет стреляться, и получается я буду получать демаг. А, он все еще тут. Все, не такой уже смелый. Кстати, на этом сервере нету авториспаунов. Он вообще не играет, что ли? Ладно, 3 минуты, так 3 минуты. GG. Так, давайте поставлю вам какую-нибудь картиночку и опять музыку. Опять то же самое, что ли? Ну ладно, пусть будет та же самая тогда. Я отойду на пару минут. Hola, amigo. Hello, Oli. Я смотрю, здесь у нас тоже ребята разные собрались. Я вернулся.
Ну что здесь у вас? Так, секунду, сейчас открою чатик. Заодно в игру зайду. Давай, я смотрю, здесь в игре уже поставили паузу, чтобы никто лишний не зашел. И вот на этом моменте мы, пожалуй, напишем. Так, давайте, во-первых. Ой, сейчас микрофон упадет. Так, спокойно, микрофон, не падай. Не падает, все нормально, все нормально. К этому тебе жизнь еще не готовила. А, давайте включим игру. Ух, нормально. О! 7,7 рублей закинули. Вау! Круто! Так, кстати говоря, давайте. Вот так сделаем. Правда, 500 я не соберу, я, наверное, потом поменяю на 300, потому что. Потому что, да. Потому что как у тракториста. То есть нет. Ладно, неважно. Короче, старая глупая шутка. Все, даже демку записываем. Все нормально. А, сейчас заберу, если у него респ не тут. О, нормально. Блин. Соскользнул. Эх, позорище-то какое. А лонгджамп он заберет, кстати говоря. Я сразу в воду. Нет, лонгджамп не заберет. Я все заберу. Вы представляете? Правда, на арбалет я, наверное, не вернусь. Хотя, может, вернусь. Ладно, давайте вернемся на арбалет, потому что Гаусс он 100 пудов уже забрал. Я начал задыхаться. Он, кстати, меня мог прострелить там при подборе, если что. Ну что это за позор? Ай-яй-яй-яй-яй. Снэтчер, сколько можно позориться? Ну что, будешь забирать лонгджамп? Не, походу не будет. Я все-таки забываю, что у меня есть арбалет, а у него нету арбалета. У него есть... Чё? А, он, видимо, еще ближе к началу смог забрать его. Так, а сможем мы... Чисто на неожиданности. А ведь там, правда? Он там, но мы ничего не смогли сделать. А жаль. Ну, хоть Гаус заберем. Он будет падать вниз за нами в воду? Я думаю, не будет. А может и будет. Он, кстати говоря, если что, может... Постоять кое-что. Блин, не то оружие выкинул. Он 100 пудов в воде. Давайте сушить. Хотя знаете, что еще возможно? Возможно, он пошел. Нет, не пошел, он все еще лежит. Да, он пошел за этим. Кстати, мало хп у него. Опасно, опасно, но мы рискнули, мы рискнули. Дальше, нам нужно хпшки.
Да нам и армора-то по-хорошему нужно. Я правда не знаю, он там их там забирал, не забирал. Галстон может забрать, нам главное не отдавать ему арбалет, если честно. О, нормально. Нормально. Глотнули воздуха? А, нет, не глотнули. И он хедшот сделал. Надо было не уходить, надо было глотнуть воздуха и идти назад на арп. Кстати говоря, вот самое бесполезное, когда мы поднимаемся наверх. Мы там что-то как-то определили. Вообще бесполезная херня. Тут тоже выходить тупо, я меня, ну, миллион раз так убивал. Я, правда, карту так и не выучил. Потому что нубас. Ну что, там, встреча будет? А то я новые арморы заберу сейчас. Давайте сделаем. Вот так вот сделаем. Подышали? А, нет, не подышали. Блин, не сработало. А он не может быть снизу, кстати. Нет, я бы слышал, наверное. Вот теперь все верно. У меня даже есть РПГ-ха. А с РПГ-хой можно уже делать всяк... Блин, я шум создал. Он в воде. Он в воде. А, он хитрит. Он где-то здесь в воде был. Ну ладно, мы по крайней мере заберем сейчас второй сет арморов. А, не соберем, он уже подобран. Эх, жучара, жучара. Блин, проворонили. Но не отдали ему арбалет, это важно. Давайте назад вернемся за арморами. Появляются арморы как раз. Опа. Он, кстати, тоже их подобрал, так что нам либо хедшот, либо... либо все будет плохо. Привет. И РПГ-ха очень медленно летит. И под ствол очень медленно летят. Очень медленно под ствол летят. Так, быстро, быстро, быстро выбираем. Ну что, будешь, будешь, будешь. Будет. Шикарно. Проконтролили. Сейчас Гаус заберем. Гаус забрали. Надо немножко зарядиться. Еще попробую один странно, одну странную херню. Не, без разницы. А, точно, ты же тоже там подзарядился. Ну ладно. Забираем арбалет. Вот так вот, как бы, забираешь арбалет, и все, и соперник ничего не может сделать. Немножко небалансная карта. Но, с другой стороны, если я потеряю, то, возможно, я уже ничего не смогу сделать. Ну, опять сейчас, я бездарно взял, все потерял. Я, кстати, не знаю, где он. Надеюсь, он не догадался забрать арп. Нет, не догадался. Все нормально. Он, тут еще и гаус валяется. Мой или чей он там был. О, вот это глюк. Это был жесткий глюк. Он под водой? Не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. О, не знаю. А, здесь все-таки просел сработал. Нормально. Хотя знаете, что самое плохое? У меня слишком мало хп, чтобы доплыть. У меня там хпшки начнут отниматься. Поэтому попробуем немножко вот так вот. Эх, Валера, Валера. Валерий Семенович. Ну ладно, по крайней мере, мы ему арбалет не отдали. Это очень хорошо. Сейчас он, возможно, вниз упадет. А, нет, не упадет. Но в любом случае, армора наши, арбалет наш, все. Умка играет без арбалета. Этом
Может очень сыграть. Или у него был арбалет? Да, у него был арбалет. Он, видимо, изменял. И мне нечего атаковать. Единственная проблемка. Ну ладно, по крайней мере, забираем тут все. Он не забрал арбалет? Блин, возможно, он забрал арбалет, кстати. Блин. Ладно. Лонгжамп все еще и на месте, то есть лонгжамп он точно не забирал. Ха, поймали его на перемещении. Хи. Голубчик. Голубчик, ну ладно, ты меня все равно убил. Блин, а вот теперь я уже... Ладно, не отдал ему. И то хорошо. Он сейчас все равно арбалет не получит. Это самое главное оружие на этой карте. А, нет, заберет арбалет. Ах. И рез совсем удачный. Он там надамаженный. И это мне помогло, то, что он надамаженный. Ну, мы отдались, конечно, но все равно арбалет за нами, как бы. Ой. А, что ж такое-то? Почему я такой кривой сегодня? Что со мной происходит? Он, кстати, в воду пошел. А, он тоже, видимо, пошел стреляться зачем-то. Блин, пойдем в воду, конечно, зря мы, возможно, делаем. Но пока мы не дадим ему лонгжамп, арбалет мы ему уже не дали, по сути. Нет смысла сидеть на месте, чтобы он развалил нас. По приколу закинем. Ладно, мы убрали арбалет. Арбалет он все равно не получит. Он получит гаусс. У меня проблемы со звуком из-за этого, правда. Из-за того, что он под водой. И всего 4 фрага гандикап. Блин, здесь надо не свалиться. Я не знаю, почему я сваливаюсь оттуда. Я не знаю, что за фигня. Арбалет все равно наш. Лонгжамп опять наш. И армора наши. Выйдем, попробуем отсюда, просто для разнообразия. Он с гауссом, конечно же. Вот там хорошая позиция, кстати, сверху, если что. Он все-таки забрал. Weapon номер один. Ну что, выходить будет сюда? Нет, не будет. Хотя поставил у меня... Не показалось ли он там? Показалось. Не знаю. А, он там на арбалет решил пойти. Привет, прямо со спины. И мы собрали себе стек внезапно. Вот так вот, ребятки. Конечно, опасно мы в их... Он сейчас может пострелить, кстати говоря. Но в трубе не может, что самое забавное. И он даже не ушел отсюда? Серьезно? Так, а там его мертвая моделька просто валялась. Вот здесь хорошая позиция, кстати. Ну, по крайней мере, мне показалось, что она хорошая раньше. Он нас ждет, он нас ищет. Он пошел в воду. Блин, выдали себя только что, возможно. Возможно, нет. Странная рокировочка у нас получилась.
Вот такая вот прям. Странная-странная. Странная-пристранная. Я знаю, что он знает, где я. А мы сделаем еще один круг по воде, кстати. Ну так, просто по приколу. Никакого шума. Так, вот, все, не выдержал. Ходит наверху, наверное. Так, теперь можно чем-то работать. Есть подствол. И Гаус есть, он его не контролирует. Хотя на этой карте, в принципе, арбалет, как я уже сказал, самое главное. Наверное, думаю, что я пойду вниз, в воду. Не, не пойду. Нет, месье, не сегодня. Блин, опять создал звук. Он так и не понял, где я. Серьезно? Зачем все слышно? Я не буду ничего говорить, не хочу на карте. По-моему, что-то я забрал, или это он забрал. Он вообще тупо не одупляет, где я. Охренеть. Так, я слышу его в воде. Не. Опа, здрасте! Здрасте, не ожидали, не ожидали. Помните меня? Помните, я там сидел, стоял где-то в жопе мира стоял. Вот. Добро пожаловать в водное царство, добро пожаловать в бассейн, вода. Очень вкусная, да, наверное, я думаю, она пахнет болотной тиной. А, да, ну я же говорю, я эту карту не умею, единственное, что я знаю, что без арбалета эту карту играть бесполезно. То, что я вообще гарантирую. Там, кстати говоря, новый лонгжамп появился, если что. Вот, здрасте. Новые батарейки еще секунд 10 не появятся. Опа, вот, нагадили и уезжаем. Нормально. Заодно еще и батарейки заберем сейчас. Вообще норм. И он даже не подозревает, что мы все еще тут. Охренеть. Хотя слышится где-то сверху. Он будет нас ненавидеть после этой игры, я чувствую. А, он сверху, короче, ребят. Столько моментов было, чтобы контроль забрать. У нас просто пипец. А мы не забрали. Опа, где он нас только не ищет? Как кошмар какой. И даже не находит никак. Что делать? Непонятно. Вот такая вот карта, ребят. Нас услышал, походу. Но забавно, что он в этот коридор, он атаковать нас не идет тупо. Я слышу, как он в воду упал, кстати. Может, он дождемся здесь? Он как раз из воды вылезет. А мы такие хоп, и под столом ему прям в лицо. Это надамажили его. И арбалет сохранили. О, красава! Прям туда, куда я хотел. Прям туда, куда я хотел. Красава вообще. Ну, как-то говорю, что эта карта помойка. Теперь вы видите почему. Ну и Умка тоже, я думаю, поймет. Вот так вот, эх. Так, кстати говоря, забили мы на арбалет. Хотя мы все равно Умке его не отдали. Ха. Но попадает он тоже хорошо. И в этом проблема как бы вся. А мы даже не пойдем на Гаусс.
будет нас там ожидать. И я только что зафейлил с мувментом. Вот это, конечно, обидно. Да. Он знает этот прострел, кстати говоря? Кстати говоря, там... Там, если что, офигенный прострел был. Я не буду его показывать, и палить на стриме меня Ной не простит. Спасибо Ною, что научил играть мне эту карту. В принципе, как и все другие карты. Не, серьезно, серьезно. Без шуток. Привет. Просто не даем сопернику арбалет и все. Он сам будет двигаться из точки А в точку Б. Не-не-не, 21 на 14 мне больше нравится. Мимо. А, ну ладно, теперь не мимо. GG. Как, откуда у него такой рек, ребят? Вот я бы себе так стрелял, у меня бы ни хера не попадало. Вот белорусский интернет, он в мелочах очень плохой. В этом вся проблема. Ладно. Ладно, ладно, короче, ух. Ух! Ной, спасибо, что научил меня играть в карту. Го-кросс, просто так по приколу. Ух, GG, ребятки. GG! А, офигенно. Ладно, короче, на этом я запись стопаю. Всем спасибо, что смотрели, и увидимся с вами в... предгранд-финале. Я не знаю, как это назвать, короче, ладно. Короче, потом.